Всем привет! Сегодня хочу с вами записать видеообзор на такое приложение, как Динамо Киев. Не знаю почему, просто. Вот просто захотелось посмотреть, как выглядит именно такая, ну, программа такого типа по конкретному футбольному клубу. Напоминаю, что это категория спорт. Вот так вот здесь она находится. Спорт в категориях. Здесь вы можете найти данное приложение. Что же мы видим? Описание на английском. Очень странно. Установить скриншоты. Английский язык, понятно. И оценка четверочка. Всего 4 оценки. Вот так вот. Похожие приложения тоже есть. Ну, нажимаем кнопку установить. Посмотрим просто для себя, как же выглядит данное приложение. Вот. Болельщикам Динамо, мне кажется, понравится. Ну, вот уже установилось наше приложение Динамо Киев. А что мы видим? Все новости на английском. Как-то неурядица. Видим эмблема, футбольный клуб Динамо, но все новости на английском. Мне кажется, это немножко глупо для разработчиков. Все-таки это украинский футбольный клуб. И можно было бы, конечно, сделать его хотя бы на украинском. Я уже молчу о русском. Вот. Как бы это не печально звучало, но это все. Так выглядит приложение. Приложение вот изнутри, так сказать. Под названием «Динамо Киев». То есть все на английском языке. Англоязычные болельщики, наверное, радуются, когда смотрят это приложение. Мы же не очень. Все, всем пока-пока. До свидания. Подписывайтесь на наши обновления и ставьте лайки. Вот. Будет еще много чего интересного. Пока.